Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Долг чести. Муравейчик, сейчас я тебе помогу. Вот ты и свободен. Пока, муравьишка, я спешу. Лунтик, почему так долго? Мы с Шершулей уже заволновались. Ох, Лунтик, что же ты не сказал, что у нас гость? Здравствуйте, я номер 114. Я должен исполнить долг чести. Это муравейчик. Я помог ему, а он почему-то за мной пошел. Шершуля! Что? Что такое? Долг чести. Теперь он не оставит тебя, пока не отблагодарит за помощь. Отблагодарит? Ага, у муравьев так принято. Лунтик, а может тебе пойти погулять? Погода уже хорошая. Привет! Опасность! Враг! Это не враг, это друг! Не враг? Ты что? Не обижайся, Кузя. Он просто меня защищает. Он не может уйти домой, пока не отблагодарит меня за помощь. Долг чести! Долг чести? Да, чести. Ну ты даешь, Лунтик! Ты уже успел сегодня кому-то помочь! В лазерские укрытия! Нет, это совсем не вражеские укрытия! Мила, прости, пожалуйста, я потом тебе все объясню! У тебя есть какие-нибудь враги? Нет. Жалко. Надо срочно придумать, как этот муравей может тебе помочь! Я кое-что придумал. Ой, Лунтик, как же ты перейдешь на другую сторону? Это же так опасно! А? Ура! Если бы не ты, Лунтик никогда бы не попал! Он утонул! Сейчас я тебя спасу! Как ты? Долг чести! Давай передохнем. Я уже устал и хочу есть. Точно. Кузя, если я не поем, мне будет плохо? Ведь так? Да. А? Если не спасти его от голода, худо будет. Быстро пыльцу добудь. Долг чести. Теперь я спасен. Спасибо. Долг чести выполнен. Тебе пора домой. Есть! Бойцы, сегодня мы потеряли одного из наших лучших барабанщиков. Наш долг – найти его. Да! Я здесь! Я дома! А все-таки хорошо, что мы проводили его до дома. Теперь мы можем идти. Стойте! Подождите! 114 номер сказал, что вы помогли ему вернуться домой! Мы должны отблагодарить вас! Для нас это только не... Долг чести! Столько нектара я не съем! У меня идея! Да, зато теперь бабе Капе не надо беспокоиться о запасах на зиму.